В судебном заседании установлено, что подсудимый совершил разбойное нападение, а также совершил убийство потерпевшей. Судом его действий квалифицированы по статье 162 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также по статье 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как убийство, умышленное лишение жизни другого человека. С учетом данных о личности, обстоятельств, влияющих на назначение наказания, подсудимым назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, местом отбывания наказания, определена исправительная колония особого режима.